Химках продолжают благоустройство придомовых территорий. Сейчас во дворе дома номер 14 по проспекту Мира завершают установку ограждений. Неделю назад здесь расширили проезжую часть, установили новые лавочки и урны, полностью обновили асфальт и открыли детскую площадку. Установлена новая детская площадка для того, чтобы дети могли и в песочнице играть, и качаться на качелях. Новую современную качелю установили. И, конечно же, большие горки. Всего по губернаторской программе обновят 57 дворов городского округа. Выбирали их сами жители на портале «Добродел». Все работы завершат в сентябре этого года.